слышал, чуваки? Хм, сегодня у нас долгожданная проверочка мифов. Сегодня мы проверим много мифов, с помощью которых мы сможем найти секретное яйцо, а также получить бесплатно нового хьюдж питомца. Но тебе приятного просмотра. Хэм, хочешь себе такого нового хьюдж клавер дракона? Но не знаю, как его получить, то я тебя хочу обрадовать. Тебе всего лишь нужно просто поставить лайк на этот ролик. Также написать свой никнейм в комментариях от Роблокса. Если тебя выбрал рандом Айзер, то я тебя выдаву по почте. Но также не забудь подписаться на мой канал с колокольчиком. Ну а если это вы за 2 часа наберете 1000 лайков, то я разыграю не обычного, ребята, а радужного хьюдж клавер дракона. Ну а тебе приятного просмотра. Не знаешь, где купить или продать робуксы? Тогда я тебя хочу обрадовать. Тебе на фанпэй. Да, на фанпэй это дешевле, чем где бы ни было еще. Порой даже дешевле, чем в официальном магазине. На фанпэй это безопасно, удобно и просто. Сделки защищены благодаря трехэтапной системе транзакции. Оплата, получение товара, подтверждение. То есть продавец получает деньги только после выполнения заказа. Фанпэй это первая в Рунете торговая площадка для геймеров, работающая с 2015 года. Ну а если я заинтересовал покупка или продажа робуксов, то заходи на фанпэй по закрепленной ссылке в описании. Удачи! Всем привет! И вы на канале Дабун. И сегодня у нас долгожданная проверка мифов Pet Simulator X. А ребята, у нас будет проверка мифов необычная. А ребята, у нас будет в наикрутейшее, ребята, обновление. Посмотрите, ребята, это наикрутейшая обновка, которая у нас была, ребята, вчера, где там добавили 3 новых хищ питомца, где мы сможем их бесплатно, ребята, достать. И прикольно, тут вообще наикрутейшая обновка. Также, ребята, это будет очень прикольно, ребята, тут в этом ролике я вам покажу еще наикрутейший фарм, так что смотри этот ролик до конца. И все, давайте, ребята, мы, короче, сразу же к первому мифу. Ну, давайте, хотя это стоп, ребята. Перед началом проверки мифа, пожалуйста, ставь лайк и подписывайся на мой канал, потому что это я вам стараюсь еще эти мифы, ребята, так что давайте. Теперь смотрите, ребята, какой миф у нас первый заключается. В том, что, ребята, смотрите, у нас тут есть секретное яйцо. Не знаю, правда это или неправда, но, ребята, я думаю, это, короче, такой фейк, но давайте, ребята, это нам нужно проверить, давайте. Так, стоп, вот я не знаю, зачем вообще Престон такое делает, смотрите, оп, а это не Престон вообще, ребята, видите, я вообще почему-то не могу туда вот зайти, а, все. Теперь, смотрите, теперь давайте, что ли, мы найдем сейчас секретное яйцо. Так, как бы вообще нам, если что, нам нужно его искать вот тут, ребята, секретное яичко. Так, у нас тут тоже ничего нету, ну, в котле, ребята, именно за котлом, ребята, у нас какое-то будет секретное яичко. Но, такое себе, ребята, у меня сомнения, очень большие сомнения. Так, вот сейчас сюда, также у нас тут тоже ничего нету, так, тут у нас тоже ничего нету. Вот, надеюсь, ребята, у нас там что-то вот тут будет, да, ребята, так, стоп, смотрим, тут у нас ничего нету, так, тут у нас, короче, тоже ничего нету. И может давать тут что-нибудь будет, так, ну тут у нас тоже, ребята, такого, а стоп. Стоп, давайте хочу тут проверим. Так, тут у нас тут тоже ничего нету. Так, может вообще в облаках вообще в этих ребят у нас есть. Так, тут у нас тоже ничего нету. Так, сюда попасть никак нельзя. Давайте, короче, ребята, сейчас мы во второе облачко. Так, стоп, тут нельзя пролезть. Да ё-моё, блин, что туда не сделаю? Тут большой этот, как его, скайблок. Так, тут у нас ничего нету. Так, тут у нас тоже ничего нету, тут у нас тоже ничего нету. Ну, короче, ребята, это, короче, очередной фейк, и тут у нас секретного яйца никакого нету. Это очень-очень странненько, но ничего страшного. Ребята, а второй у нас, короче, миф заключается в том, что мы, короче, даже не фармя, ребята, можем получить очень-очень много коинов. Это как и с помощью чего можно это на нас, ребята, проверить и сделать. Это все легко и просто, ребята, смотрите. Нам надо найти, короче, самых своих крутых питончиков. И также, ребята, выбить там себе крутых питончиков, вот таких вот, ребятки, вот таких питончиков тоже себе, в принципе, надеть. Вот если что, ребята, вот столько у меня же хьюдж питомцев, вот такие, ребята, питончики у меня уже есть. Просто посмотрите на мое количество этих питомцев радужных, ребята. Также золотых очень много. И вот такие прикольные питомочки. Теперь это мы летим, короче. И как я помню, ребята, у нас уже давно добавили вот такую штуку, как Дайкар. А именно это детский садик. И что, ребята, как с помощью этого вообще можно будет фармить, ребята? Как вы знаете, это у нас дается, когда вы засовываете, ну, в принципе, своих питомчиков туда суете, ребята, там нам выдается много коинов. Да, и теперь, ребята, давайте мы, короче, это проверим. Нажимаем VIP, да, и давайте нажмем сразу Claim All и посмотрим. 322 миллиарда клавер коинов, ребята, мне дали. Просто за 2 часа вы сможете нафармить 322 миллиарда, ребята. Это очень прикольно. Давайте сейчас снова еще раз засунем моих питомчиков, ребята. Это очень прикольно. Так,
Эй, давай-давай, так, сюда, теперь вот таких питончиков засунем, вот так, опа. И вот видите, да, ребята, смотрите, так, так вот видите, от 24 миллиардов и до 2 триллионов 400, ребята, всего лишь за 2 часа. Ну, в принципе, если вы будете не в игре, то это за 6 часов. И вот такой вот, ребята, наикрутейший способ. А теперь, ребята, мы, короче, переходим к третьему мифу. А третий миф, ребята, у нас вот такого же в ивенте, вот СТ Патрик, давайте сюда телепортнемся. И там у нас, короче, ребята, кое-что сейчас будет, смотрите. Тут, ребята, говорят, что где-то, ребята, кое-что есть секрет. Не знаю, правда ли это, неправда, но сейчас мы это узнаем. Смотрите, короче, ребята, у нас вот тут, вот, как вы знаете, есть 5 домиков, да? Сколько тут? 5 штучек? А, нет, ребята, больше их, очень-очень больше. Смотрите, 5, 6, 7, 8. 8 домиков или больше есть, кстати. Я, может, не знаю, ребята. Давайте так посмотрим. Так, ну, тут у нас вроде бы ничего нету, но, как я вижу, только 7, очень 8 домиков вот этих есть, да. Все, 8 домиков, да, и, короче, сейчас, ну, туда пойдем. Так, все, мы сюда пришли, и давайте каждый домик будем проверять. И писать, ребята, кнок-кнок. Обязательно нужно писать кнок-кнок, потому что это у нас вот такие домики. Так, все, пишем кнок-кнок, ага, мы не телепортируемся, ага, 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 ага. Так, теперь нам сюда надо написать кнок-кнок, и вообще так с каждым домиком, так, все, сюда кнок-кнок пишем. Ага, тут тоже ничего нету, сюда, так, тут тоже ничего не так, сюда. Блин, ребята, это вообще какой-то очередные фейки вообще в этом симуляторе. Ну, как бы, ребята, второй миф у нас был правдивый, и мы реально получили очень много коинов. Так, кнок-кнок сюда, и последний, пожалуйста, 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 и... Нет, ребята, ну мы, нам ничего не дали, мы никуда не телепортнулись, и никакого секретного такого, в принципе, местечка нету. А давайте, ребята, мы, короче, проверим на вот этом, вот на этой двери, ребята, давайте побегаем. И пишем вот три раза кнок-кнок, 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 и... Да ё-моё, тут снова ничего такого интересненького нету. Это очень-очень-очень, ребята, странно. Но, блин, это такой, в принципе, прикольчик. Так-так-так-так-так. У нас что-нибудь есть? Так, у нас тут что-нибудь есть или нету? Вот тут вроде бы тоже у нас ничего нет. Ну, блин, такое себе. Только в этом, блин, фарм вот этот прикольный был, который с детским садиком. Это вот, это прикольно, ребята. Это нам поможет вот это все сделать. Ну, тут вроде бы, ребята, я вижу, ну, типа, замечают, но вообще никакого секретного яичка нету. Так, тут у нас тоже ничего нету, тут тоже ничего нету. Это очень странно. Так, тут тоже у нас ничего нету. Ага, ага, ага. Ну, блин, это фейк, ребята. Это все фейки вот это. Если вы, ребята, пишите комментарии, какие мне мифы эти проверить. Так, тут тоже у нас ничего нету такого прикольненького. Но ничего страшного. Такие, короче, ребята, у нас было сколько? 3 или 4 мифа. Это, по-моему, 3 мифа, ребята, у нас 40 было. Ну и вот такие вот делишки. Ну, а если понравился видеоролик, и ты хочешь, чтобы я проверил именно твой миф, напиши в комментариях, какой я бы хотел бы проверить. Ну и все, ребята. Мы теперь прощаемся всем. Пока-пока. Ставь лайк, подписка и колокольчик. Теперь пока-пока.